Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Хочу показать вам хорошие и довольно качественные товары на рыболовную тему, которые мне пришли недавно с AliExpress. Товары реально хорошие, и их не стыдно порекомендовать. Заказал наконец-то фирму Cass Fishing. Все ее очень хвалят, и я решил заказать офсетные крючки разных размеров, второй, третий, пятый номер, и на пробу взял резину. И сразу же хочу обратить внимание и вам ее показать. Если вы до этого не заказывали данную резину, то рекомендую. Сразу, когда открываете пачку, буквально на всю комнату распространяется запах кальмаров. Такой, причем очень довольно сильный. Все рыбки жирненькие. Даже видно, что они смоченные вот этим антрактантом. Очень хороший силикон. Довольно мягкий. Раньше я думал, что все-таки это дорогие рыбки. Из Китая их брать не стоит, но цена равна качеству. Также очень понравились мне данные офсетники. Очень острые. Буквально сразу цепляются за кожу. И, как видите, даже не хочет офсетник падать с пальца. Настолько он острый. И что мне понравилось, что большое кольцо подкрепления джиг-головок, чебурашек. И довольно прочная проволока. Даже пятого номера такие вот крупные крюки. Они тоже очень острые. До этого заказывал офсетники. Но они были намного-намного хуже. Очень хорошо цепляется за кожу. Даже вот такой вот крупный крюк. В пачке пятого номера 6 штук в наборе. Третьего номера 7 крюков, второго номера 8 крюков. Также заказал плетенку Синайт. Заказал 0,12 и 0,10. Плетеночка мне тоже очень понравилась. Сама по себе довольно мягкая. Не знаю, как она держит на разрыв. Еще ее не тестировал, не проверял. Вот так вот руками пробовал порвать. Руками порвать не получилось. Вот мне очень она понравилась за счет своей мягкости. Брал до этого и каскинг, и пасифан. Они более жесткие, более твердые такие вот. И эту вот протер по бумажке, по руке. Не сильно она красится, желтизна не остается на пальцах. Все, как видите, хорошо запаковано. Везде указан ее размер. 300 метров в каждой бобине. Цена каждой бобины 300-метровой в районе $5. Но ссылки будут в описании под видео. Плетенка Синайт Классик линия. То есть самая бюджетная. И заказал набор из 150 двойников и тройничков. Ну, тройнички здесь одного размера. Конечно, потупее,
чем каскиновские кастфишинговые крючки. Но, в принципе, тоже цепляются за кожу неплохо. Зацепистые. И двойнички разных размеров. Начиная от более маленьких, заканчивая крупными. Также довольно хорошая крепкая проволока, с которой они изготовлены. И вот даже самый крупный крючок цепляется неплохо за палец, за кожу. Поэтому, друзья, мне понравилось. Я решил это порекомендовать и вам. Очень хорошие данные товары. И ссылочки будут под видео. Так что заказывайте, не бойтесь, товар довольно хорошего качества. Цена и качество соответствуют. На этом, друзья, видео заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким.